потом. Задание. Неси 20 единиц урона, окей. Какие-то штуки непонятные. Я тут экспериментирую с некрием. Присоединяйся. Мира Гнилинг. А просто доверьтесь ей. Так надо. Окей. Раз так надо. Что такое некрием, кстати? Не знаю такой штуки. Впервые слышу. Рыкса! Что-то снова выдуманное Хардстоуном. Мира! Смерть. Уничтожьте героя противника. Пора узнать, на что способен некрий. А чё тигры заморожены? Заморозили тигра, блин. А, тундровый люторог. Все ваши звери получают рывок. Рывок? Жесть, какая-то подпись снизу. Раньше такого не было, кстати. Что это такое? Сайленс. Кладет немоту. Команда взять. И противник получает два банана. А мы? А мы разве не получаем? Мне казалось, там и мы, и противник. Ну ладно, ну, возможно, с чем-то путаю. Так, тут один с хп. Ну, можно, типа, 5 отсюда взять, 5 отсюда, да? Либо 5 отсюда. Сколько у нас маны? У нас маны... А, у нас всего 5 ман. То есть мы какую-то одну карту можем сделать. Но по ощущениям, все карты плюс-минус делают одно и то же. Кроме разве что быстрее, совы. Быстрее, не буду. Да, тихо там. Что, вот это 5 урона, это 5, а вот это такое ощущение, что 7. Отлично. О, прист. О, король круж. Это, кстати, одна из моих самых первых легендарок. Побочные эффекты меня не пугают. Я все равно мертва. Ну, проблема в том, что у меня нету самой первой легендарки, потому что у меня первая легендарка выпала одновременно две. То есть мне из одного пака сразу две леги выпало. Это король круж и Грул. Грул я уже распылил, кстати, а король круж мне до сих пор есть. Так, у нас Сильвана, кстати. Сильвану нам бы короля круша было бы неплохо забрать. Это что такое? Зелье безумия. Вы получаете контроль над существом противника с атакой 2 или меньше до конца хода. О, ну, кстати, можно этих самоубить друг об друга. А, круж нам даст 8 урона. Вообще, на самом деле, плюс 3. Мы Сильваны можем 5 нанести. Можем убить Забетла. Коварный элемент. Он 5, может 5. Затуманить разум. Так, опять или больше. Можем сами убить. Погоди, слово тьмы смерть стоит 2 маны? Или это в этом ману стоит 2 маны? Она же дороже, по-моему. Ладно. Может быть, я плохо помню. Мне казалось, на 3 почему-то всегда стоило. Так, у нас 7 маны. Мы 3 двойки какие-то играем. Ну, мы явно вот эту штуку играем, какие-то 3 двойки, вопрос какие. То есть эта штука 5 плюс 5 будет, да? Эта штука будет 8. Надо вот эту штуку играть плюс 5. Сколько это? Может, уже хватает? 5 плюс 5, 10, 18, еще 2 урона где-то надо взять. Но я бы сделала по-другому. А, стоп, я 2 же эти штуки могу сыграть. Лол. В чем подвох? Никто не должен будет. Как-то так. Боль. Даже овердэмэдж пошел на 3. Я чувствовала боль. Снова воин. О, снова эти челы. Ты кто? Пни меня. 5-0-10. Оружие. Мне нравится. Ой, эфирь враг за 2 маны. Блин, его за 3 сделали. Хотя бы водочку сделали. Раньше не было бы водочки, по-моему, оружия. Или раньше вообще не было бы водочки. Нет, вроде была. Типа вот у карты есть красная обводка, да? А оружия, по-моему, не было никакой обводки. Что прям что-то мне в глаза прям сейчас сильно бросается. Так, ты кто? Пни меня. А после того, как это существо получает несмертельный урон, оно меняет сторону. Предсмертный хрип уничтожает вашего героя. Ага, нам надо эту штуку убить, видимо. Так, ну Фейерваракс ничего не делает.
Внутренняя ярость, ага. Кровавый клинок. Твой клич при смертных хрип. Носит 1 единицу урона всем существам. Столько применений? Оружие, яды, еще оружие. Так, нам, скорее всего, надо вот эту штуку убить и убить ее так, чтобы она оказалась на другой стороне, да? Ну, здесь легко это не продумать, давайте просто тыкаться. Так, тыкнем. Еще раз тыкнем. Смотрите, мы сейчас тыкнем на 6. Она перейдет на нашу сторону. Затем мы тыкнем на яичку, она перейдет на ту сторону, и потом мы добьем. Ее на той стороне. Локтар-агар. На нахер. 100 дэмэджа. Нормально. Это чел, который, по-моему, получает плюс 3 в атаке, когда получает урон. Да-да-да. Они самые. Так, что у нас? Запретное пламя расходует всю вашу ману, наносит выбранному существу урон равный количеству израсходованной маны. Окей. Это лед. А, огонь. Кстати, раньше таких приписок не было. Их чуков тоже. Нежить. Кстати, он раньше не был нежитью. Был просто лего за 2 маны 1-1. Вы берете карту. А, кстати, если мы карту возьмем, что случится? У нас там есть какой-нибудь фатик на 30? Надеюсь, что нет. Так. 10 надо нанести, да? Вроде немного. Бей смело. Ты можешь мне все равно мертва. Ну, блин. Один сюда. Сколько будет? 5 плюс 2 это 7. И с этой штуки добить, не? Что-то, блин, все слишком легко. Мне кажется, я что-то не так делаю. Все так легко выглядит. А. Стоп. А, я за 0 ее сыграл, что ли? Погодите, за сколько? Сколько у меня маны осталось? У меня 0 маны. А, окей, не все так легко. Лучше для меня не хватило. Окей. Так, а куда я всю ману потратил? А, мне всего 6. Сначала верное решение. Я почему-то видел, что у меня 10. Ну ладно. Тогда кто куда пойдет? Ну вот, блин, вот эта штука надо этого убивать. А, нет, нет, все правильно. Блин, а почему не хватает? А, наоборот. Потому что у меня 5 плюс 3, 8. Нет, погодите, мне не хватает, если я... А, нет, хватает, хватает. Все. Все хватает. Да, хватило, окей. Я думал, что мне с этим чуваком не хватит, не надо фростбол сюда кидать обязательно, но нет. О, Валира. Так, 3-2 провокация, 5-1. В полевых условиях, мои любимые. Носит 3 единицы урона. Носит 1 единицу урона, возвращает в руку. Оно стоит на 2 меньше. Тьма. А у этих нет никаких приписок. У этих тоже. Природа. Цвет. Так, у нас 3 маны. То есть у нас 0, 3 нолика, 4 единички. Одну единичку мы не играем. Она, кстати, стоит на 2 меньше. Можем вот этого чувака за бесплатно переиграть, да? Нам, наверное, это надо сделать. Бы и нет. Выносите 2 единицы. Ты не можешь и в этой убить. Но мы можем своих липрогномов, например, убить. Давайте попробуем. А, давайте вот это убьем. Давайте вот это убьем. Проатакуем, этого вернем. Ставим обратно.
Блять, Хардстоун. Блять, вот сколько лет Хардстоуну, они, блять, не могут свои баги пофиксить. Серьезно, блять. Пиздец. Блять, помойная игра, блять. Так, у тебя два. Ну, мы только одного ли прогнома же убираем? Ты можешь сюда? Можешь. Так. Так. Я даже рада, что уже мертва. О, громаш. Отведай моего клинка. Рассекающий удар. О. Повелитель арены 6-5, 4-5-4. 3-2-3-4. Учит талантов, вот этот чел что-то делает, убивает нашего чувака, кстати. То есть надо... Может, сальницу у нас какой-нибудь есть? Буйство. А, у нас есть бафик. Сколько у нас? 6 маны. У нас фейерварак 4-1. Улучшение плюс 1 к атаке, плюс 1 к прочности. От кого? Кто это? Что это за карта? А, это, наверное, улучшение, наверное, карта. Это же написано. А прочность где? Прочность отобрали. Казнь. А Кань, по-моему, тоже понервлен. Теперь 2 маны стоит. Так, вихрь. Нам, скорее всего, надо бафнуть. У нас тут самое большое количество хп это 5. Работать с новыми элементами всегда так увлекательно. А всего 6 брони. Ой, 6 маны. Брони 0. 5. 3 четверки, 1 двойка, да? Ну, скорее всего, мы 100% юзаем буйство, потому что оно дает нам плюс 3 хп к этому челу. И плюс 3 к атаке. То есть у него становится 13. Поганич наносит 2. То есть нам надо картами убивать только существ, а лицом мы сломаем громашем. То есть буйство это 2 маны. 4 маны остается, да? Нужен ли тут Талнес, чтобы на 2 дэмэдж, например, бахнуть вихрем, да? Интересно, как это подействует потом на живых? Будет 2. Можем с руки убить вот этого чела в целом. Вихрем бахнуть всех на 2. У нас у этого чувака останется 1 хп, у этого чувака останется 1 хп, да? Остальные... А, нет, не останется. А, да, останется. 2 плюс 4. А маны мы потратим 5. А, мы можем... Брони у нас нету. Мы можем казнью добить тогда. Вроде окей, давайте попробуем. Так. Почему, блин, анимация в другом месте, игра? Хотя, может быть, это из-за того, что я этот режим с оконного, то есть с фул на оконный поменял. Перезайти надо, чтобы нормально анимации срабатывали. Короче, бьем сюда. Накручиваемся с вихря. И добиваем с казни. Ой, усталость. Ну, нам пофиг. Какая-то по счету. Отлично. Следующее. Мне нравится то, что здесь много головоломок. Пускай они не все супер крутые, но их много. Так, паладин. Паладин, да? О, утро черный клинок. Это эти. Рыцарь смерти. 4 всадника. Заряжает вас оружием 5-3 с похищением жизни. А там же или... Блин, я не помню, кстати, у кого это было. Выключим, вы можете снова использовать опилку. Призывать садника 2-2, если у вас есть все 4 садника, уничтожить... А, вот, да, вот эту штуку я пытался вспомнить, где она была. Вот эта опилка 4 садника. Окей. Значит, нам надо... А, ну, блин, 9 маны. Мы это не заюзаем. А, все, вижу, полностью восстанавливает маны. Только применений оружие, яды, еще оружие. Так, а вы кто? Магнетизм. После того, как вы применяете заклинание, вы можете снова использовать силу героя. А-а-а, окей. Ну, давайте попробуем.
Правосудие света не спасет вас. Не спасет вас. Возмездие смерти. Нате. Предо мной. Нате. Так. Мы точно играем этого чела. Мы играем мобилку. Там нет мира, нет покоя. Играем эту штуку. А нас места не хватит, по-моему, нет? Два. Сколько в Хардстоуне максимум? Сейчас я не помню. Так, еще обилку. По-моему, уже кончилось. Да, мы вот эту карту не можем сыграть. Вы не можете призвать больше существ, да. Мы можем ёбнуть этого чела. Время пришло. Ну что, 4? Визитор Вайтмейн. Смерть нас грим. Тролли бой. Дарион Маргрейн. А это знак срама сначала или нет? Эффективно. Я не помню, как их там звали. А, нет, там барон Гидон, как минимум, был. Какой другие чел, не знаю, кто это. Победа.